0.15. Сайдара, давай хоть инфу, хоть что-то скажи. Эрик, я могу флешку смог. Давай, давай, давай. Дал. Дал еще. Туда его. Привет, друзья, меня зовут Эрик Шоков. Сегодня на канале у нас не так много выходит роликов. Я дико извиняюсь, все изменится, я вам обещаю. Но сегодня у нас будет фейсит. Дорога к 3000 элла. И сегодня мы будем играть 13 каток вместо 10. Почему это произошло, вы увидите в этом ролике. Но что я могу сказать? Я играю не один, я играю со своей командой. Мы ее собрали просто так, случайно. Все это было в выпуске. Я играл, играл, играл и находил каждый раз по тиммейту. И сейчас мои тиммейты — это Синопси и Гридж. Они у меня почти в каждой катке. У нас классно получается все. Мы реально выигрываем. Мы реально растем в элло. Сейчас у меня максимально элло за всю свою историю карьеры на ШелТиВи. Напоминаю, у меня есть ШелТиВи. Да. КД, конечно, там не очень высокий, но в целом реально ачивка в жизни есть. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк под этим роликом. Ну а мы сейчас приступаем к просмотру этого материала. Погнали. Предупреждаю заранее, я решил поиграть без студийного микрофона, чисто потестить, насколько это будет печально или приемлемо. Мне было так комфортнее, потому что микрофон не закрывает мне часть экрана. Ну а плюс я тестирую новые наушники от нового бренда, с которым мы планируем сотрудничество. Первая разминочная у нас на Мираже. Классика, так сказать. Начали мы нехорошо, но уже с первых раундов было очевидно, что противники играют на порядок хуже нас. В каждом раунде за КТ они будут пушить и по стрельбе не сильно выделяться. Эрик, захвати пачку и иди под бедом. Бедом? Да-да-да. Last was forest. Хорош. Блин. Туда его. Куда кинуть смог? У меня есть смог. А, давай КТ, давай КТ. Дал. Если мы им проиграем, мы бездари. Это очень слабый чел, очень слабый. Да не, мы выиграем, выиграем. Бил троих под А, под Б. Под Б. Сэндвич убил. Смог сей. Тетрис, энд палас. Найс. Рэмп. Найс, Гридж, как ты попал? Палас ван. Найс. Палас би. Найс, найс, вау. Блин. Такую, слушай, ну если мы проиграли бы эту, был бы тильт, они реально ботики. Еще раз Мираж. У нас в команде будет игрок, который шел 0-15, а против нас летели с КД-3. Смогли ли мы перевернуть игру на 180 градусов? Сейчас увидим. Под окном, под окном. Под окном. Кичен. Хорошо, стали. Попадает Сликен. Убили? Я убивал Арика. Двое тут, двое сити. Я джангл. Выходи из кучи. Лоу хп. Сгорел. Нет, нет, это другой. Класс, на ВП, кичен, кичен, кичен. Блин, 0.15. Сайдара, давай хоть инфу, хоть что-то скажи. Опять будет, за полный раунд здесь выиграли, один в андере будет. Яма двое. Yeah. Между. Nice. Сити. Эрик. Хорош. Last Tetris. Yahoo. Я убью, я убью. Нет, нет. Ух. Работаем! Вторая катка подряд. Это в говне. Это абсолютное говно. Я сыграл здесь как 1300 элла. Даст-2. Как и обычно, даст-2 играю под Б. Количество принятий плента зашкаливает. Реально кайфую. Когда попадете против меня, увидите ЖБ защиту на этом сайде. Ол, говорит. What? Еще одна. Кто флеш вверх? Платформа. А, платформа. Платформа and long. Я могу флешку смог. Давай, давай, давай. Дал. Дал еще. Убил nice. Двоих. Найс. Найс. Хорош. Сайт ласт. Сайт ласт.
No. Nice. Good job. Nice. Side, side. Dead. Nice. Прям в агрессии. Один в ловере, Эрик. Слушайте, ну это прям красивая игра. Красивая была. Супер. Лучше бы не начинал. Это, наверное, худшая игра за последнее время. Мы сыграли в тот день одну игру, и это была она. После такой игры нужно просто встать с компьютера и подышать воздухом. Лучший, дефи. Молодец. Он уже здесь, что ли? Это Эрик, это... Один на хмур. Второй создаю. Ой, ласт. Я надеюсь, что нет. Ну, он успел, да. К сожалению. Так, на коннекторы они бы не отдают. После той АФК-катки снова начинаем задротские будни. У нас в начале игры вылетит игрок на несколько раундов. Мы потеряем преимущество и веру в эту игру. Но что-то в какой-то момент изменится. Оу, щищ! Хорош, бро. Легенд. Хорош. Что за позор? Убил второго. Сюда. Мейн. Вот это спрей. Хорош! Найс. Куда его? Яма будет? Да, яма стоит с калашом. Ой, фиолетовый. Сидис. Вышел. Молодцы. Андрубил. Двое. Из бэксайд, еще один бэксайд. Боже. Найс, блядь, хорош. Бэксайд, чекай. Найс. Зига, 5 хп у него. Тайк 8. Один красный. Найс. Ой-ой-ой. И джангл. Найс, блядь. Ребята, такая легкая игра была. Просто господи. Да. Всего лишь 10-4 отсосали. Да, за небольшая рекламная интеграция. Мы на сайте KSFail. Это сайт, где есть краш, джекпот, колесо и боевой пропуск. И тем более он осенний, новенький. У меня есть возможность забрать первый приз. Это осенний аватар. Открыть кейс. Желейная собака. Как только я буду выполнять каждую миссию, я буду получать все больше и больше призов. Рассказываю, как это все происходит. Вам даются какие-то прикольные задания. Например, отправить 2 стикера в чат, либо выиграть 5 игр в краш с кэфом 2x. И вы получаете за каждое выполнение по поинтам. Мой любимый режим на этом сайте, конечно же, это колесо. Я закидываю на 2x. Опа! Все, мы заработали x2, и теперь я могу вывести этот скин за 20 долларов. Такая вот история. Здесь депозит работает с любой площадки. От крипты до карты. Такая вот история. Все ссылки есть в описании этого ролика. Прекрасно, Ancient, и очень провальная первая половина. Да, и по сути, игра. Тут трое здесь. Три гайские. Вот, без шансов. Трое. Last low. Он был до ночи.
Хорош. Для этого, для налога. Мираж и игра на плюс 24 элла. Тя пачка, братан. Да, я знаю его. Еще кон. Да. Подалось. Бам, бам, бам. Порт, видишь? Оружие. Это кто за позиция такая? Пробил one way. Аккуратно, зик, зик, зик. Ааа, туда его! Все, андерполос. Андерполос либо... О, бро! Я бочку сижу. Не оставайте меня одну, пожалуйста. Я возьму кича на этот. Блин, минус сыграл. ТАСС 2 под напряженную и красивую мелодию. Что может быть лучше? Гриш, смотри. Давай, давай, давай. Шорт 2, шорт 2, справа один, Эрик. Хорош! Она что секает? Она думала-то, а? What the fuck? Ну я не хочу. Шорт. Ты. Могу сделать. Я все. Давайте, удачи. Спасибо за игру. Оповещение будет или нет? Или оно уже было? А вот и оно. Минус 30, господи. Ну ладно, ладно. Снова Ancient. Так как она у нас стоит, одна из трех карт. И мы часто ее выигрываем. Сзади. Пропалась. Ой, 2-2. Один хп, киньте гранату. Ой, кейф, один выше. Да, ГГ. Ну вот, выиграли. Близкая игра была к проигрышу. Мираж в прекрасном бывает редко, но жить можно. Если кто не заметил, я всегда играю КТ-тикет, и это очень сложная позиция, учитывая, что я почти всегда стою на А-соло. Тут удар, тут удар. Найс, прошел. Не понимаю, что делать. Боже, Керас. Яма, яма. Офигеть. Хорош. Одиннадцатая игра. Да, я нарушил правила и в выпуске больше 10 каток, но был азарт. Мы хотели еще и еще, чтобы за выпуск вы заметили больше буста вайлов. Прострелите, по... Отличная работа, команда. Дефолт и фаербокс. Да, лустричок, лустричок пошел. 12-я игра, и начинается проклятие лустрика. Не может быть всегда победа. Карта оверпас. Мы решили пробовать что-то новое. Нужно было что-то менять.
банку равно. Ты видишь, дуло. Хорош, еще один был. Хорош. What the fuck? Его сейчас в ухо стрелял, бля, ну это же. Сейф, сейф. Ну как сказать, ГГ? Спорная ГГ. Спорная ГГ. 13-я игра, последняя уже наконец-то на сегодня. Она будет на Инферно. Оу, what the fuck. What? Да, ГГ, все, пауза, 100% пауза. Подводим результаты. Мы подняли 39 элла за 13 каток, что тоже неплохо, это не минус. Мы готовы снимать уже следующую серию. Не забудьте нажать на лайк и подписку на этот канал, чтобы не пропустить ее. Это дорога к 3000 элла. И с тобой был я, Эрик Шоков, АК Шок. Тренируйся на Сабе Шоке, подписывайся на канал и следи за мной в моих социальных сетях. Пока, дружище, спасибо, что ты есть.